сегодняшней аудиостатье мы рассмотрим, как посадить огурцы в грунт семенами, поэтому, если вам интересна эта тема, оставайтесь с нами. Выращивание огурцов в грунте – довольно легкий процесс, и его даже удобно выполнить именно семенами, никакие рассады не требуются. Это легко объясняется тем, что огурец любит влагу. Ему легко расти в среде, где поддерживается тепло, свет и хорошее увлажнение до достаточного уровня. Поэтому, если вы будете соблюдать эти три основополагающих момента, то огурцы будут у вас хорошим урожаем и доброжелательным гостем в огороде. Итак, период, когда высаживают огурцы в грунт, должен приходиться на то время, когда почва уже будет хорошо прогрета, а ночью не будет наблюдаться существенных заморозков. От незначительных мы всегда можем защитить молодые огурцы полиэтиленовым одеялом. Примерно самый подходящий период в среднем приходится на май или даже апрель. Вам нужно заняться перед посевом грунт самим грунтом и семенами огурцов. Что касается последних, то их можно предварительно замочить теплой комнатной температурой в воде на полдня или на часов 20, чтобы начали пробиваться первые корешки. Это нам существенно поможет, чтобы в грунте они начали сразу прорастать, а не только пробиваться из своих скорлупок. Итак, с семенами мы разобрались, какие же махинации стоит проводить с грунтом. Его нужно хорошо пролить от сорняков, очистить от ненужного мусора и разделить территорию на грядки, в которую мы равномерно будем высаживать огурцы. Дальше, чтобы утеплить на будущее нашу почву, нам необходимо разнообразными ветками, листьями и прочими покрыть ее. Но это применяется уже после посадки или же чтобы прогреть почву перед. Когда грунт будет готов, сформируйте луночки, в которые вы будете вносить семена. Старайтесь сделать все равномерно, чтобы было одновременно и эстетично, и удобно поливать и ухаживать за подрастающими огурчиками. Внесите семена, хорошо присыпьте их сверху землей и утрамбуйте. После этого полейте ваши грядки, чтобы земля пропиталась водой, а семена, конечно же, получили достаточно влаги, чтобы быстро начать развиваться. Следите в дальнейшем за погодой и за тем, как растут ваши огурцы. Они любят тепло, хорошее освещение и влагу, не забывайте об этом, но есть несколько нюансов. Например, не стоит обильно поливать наши огурцы в грунте, когда погода на улице не весьма радостная и солнечная. Они могут, так сказать, простыть и заболеть. Вы ведь понимаете, что влага плюс обильный ветер и понижение температуры не пройдут даром. В таком случае рекомендуют как раз утеплять наши грядки с огурцами, чтобы те не получали негативного влияния. Вы можете использовать как вспомогательный подручный материал полиэтилен или же стекло. Они отлично задерживают тепло, чем создают нужный нам парниковый эффект. Но следите, чтобы сильно земля под ними не запаривалась, а влага равномерно распределялась и не задерживалась в грунте. Тогда огурцы будут чувствовать себя превосходно.